В Люберцах проходит комплексное благоустройство дворовых территорий. В рамках программы формирования комфортной городской среды работы пройдут на 27 локациях, расположенных в разных частях городского округа. Наша съемочная группа увидела, как идет процесс в поселке Томилино. Во дворе дома 9А, корпус 6 по улице Гаршина не пройти, не проехать. С самого утра здесь работает спецтехника и дорожные строители. Демонтируют старый асфальт и бордюры. Но временные неудобства того стоят. Совсем скоро территория вокруг дома станет комфортной и безопасной. В рамках программы здесь будет заменено асфальтовое покрытие 2500 квадратов. Заменены все бортовые камни. Также планируется обустройство новых парковочных мест, расширение существующих проездов. Обустройство тропиночной сети, ремонт существующий, обустройство новое, согласно пожеланиям жителям, как они ходят, согласно протоптанным маршрутам, так скажем. На все это подрядчикам понадобится около 2 недель. И картина будет такая же, как в соседнем дворе. На Гаршина 9А, корпус 7, работы завершены на 85%. Здесь уложили новое покрытие и установили бордюры. Остается заасфальтировать последний проезд. Так как мы находимся во дворах, и сейчас уже, можно сказать, летний период, сезон отпусков. Люди уезжают, многие машины оставляют и уезжают. И приходится как-то искать их, просить отогнать машины. Совсем справляемся вовремя, у нас оставаний по срокам нет. Изменения коснутся и вот этой детской площадки. Летом здесь установят новые игровые элементы и покрытие. Также предусмотрена модернизация уличного освещения. Заключительный этап благоустройства, посадка деревьев и кустарников, пройдет осенью. Луиза Игиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.